заметил, у меня тут 4Т4, типа там, блядь, ДПС больше там 9К не растет. Это в 25-ках. А тут, блядь, в десятке можно 9,5-10К держать. Все, я тоже покурю. Недостаточно. Кап магической меткости 17%. 2% вкачиваешь болезненность, третья ветка. 3% дают ШП и совы в рейдах. Соответственно, 12% рейтинга это 300. 12% меткости это 315 рейтинга. Цифру 315 собираешь. То есть 12 магическая и болезнетворность. Болезнетворность. 2 таланта кидаешь. Это 2 плюс 12. 14 плюс 3% от ШП и совы. 17%. 0 промахов от ледяного прикосновения. Отлично, у меня как раз... Вот, и в итоге тебе придется сделать билд, как у моего БДК. Вот, Ждан, поставишь, что там на... Ну, я потом успею еще на резист. Я туда ауру третью воткну. Там что-то у тебя... А, сейчас, секунду. Сейчас, гляну. Эйд, хочешь? На резист, да. Где он? Ну, от льда или нет? От льда. Где он? Вот, да, от ноги льда. Вот метку короче... кровавую не качают. Ну да, кстати... Я заметил то, что в последнее время она меня не особо сейвит. Она вообще не нужна. Так, если Синдру убьем, я могу КД продлевать, чтобы плеча потом чисто оставить. Мне тут нахер ничего не надо уже. Да хотите, я могу КД продлить. Что значит продлить? Ну, типа на тут... следующий сброс КД не будет. То есть там целка не сбросится, останется тупо лич. Ну вот если я уберу кровавую метку, мне придется все скиллы передвигать. Передвинешь. Эх. У меня тут кровавая метка на SF2, а потом SF3 идет пиздец. Посмотришь талант. Давайте на чек на пул, погнали, никто не падает. Короче, следующий КД идем нахуй до профа нахуй в одного хила, блять. Не, продлевать, я думаю, не надо, надо с нуля бить так же. В смысле? А чё не надо? А зачем? А кто тебе нужно? Проф? Уже некому, по идее, закрывать. Да. Закройте мне лича, пожалуйста. Ага. И тогда я смогу ходить в целка 10 хм. Там же ломан нужен для хм. А у меня он есть. Закрыт. Так, в отличие от вас всех. Да с какого перепуха? Чё, я здесь, чё? Так, по меткам ртру. Поставь метки, пожалуйста. Ставь там желтую эту, остальные, я и думаю, и так разнесут влево. Сейчас, алло. Верни мне череп, пожалуйста, мне так спокойней. Тут человек 5, кстати, в рейде, у кого за закрыт тоже. Клизма, Моса, Шансунг, по-моему, закрыт. Да. Мне тринька оттуда надо. Мне надо, блядь. Шмот надо. Не-не, мне по лайтове, мне с предпоследнего босса. А вам с луджинами лишников надо. Блять, на тонко осталось только трени синдры, и потом только ссылка 25 хм на рту буду. Эрдру, короче, шмот. Все метки на первой фазе лево-право, нахуй, две метки, блять. Глыбы не ловим, нахуй. Ледяные.
И когда на второй фазе все метки ставятся только в звезду, блядь. Подальше от фрейма босса. От таргета. Блядь, от цели. Поставьте мне череп. Куда тебе череп поставить? Ну, блядь, там где ловить все надо. На плечо набей. Спасибо. Ой, поставил. Криво поставил. А, нет. Ну чё? Всё, бля. Садимся, жрём. Так, забери сопроты, блядь, шаман. Тотем на сопрот забери. В смысле? А Лимона чё? Стоит. У меня третья аура. Это нормально. Блядь. То поставь, то не поставь. Заебал, да, не говори? Да. Да я бы даже сказал, что охуеть. То ему не так, это ему не так. КД еще не хочет пробивать. Это не я. Да уже все на тебя свисит. Все, уже ты попал. Уайт раскол стакаем. Не вовремя, блядь. Слева, справа. От звезды метки. Метки выберите. Слева, куда, справа. Куда, сова? Куда так далеко? Куда ж ты далеко от Дру побежал? Нормально, вот Дру нормально вот так вставай. Недалеко, прям чуть правее дорожки. Правее стали? Падает. Друг от друга рейндж набрали. Где бомбы-то? Ага, вижу. Правее. Третья как, падает. Как могли заметить, нас ролит по очереди. Кто хочет, тот и ролит. Пошла ловить. Я сейчас чуть не пошел ловить фурики. Разбили. Фурики, страшная сила. Да иди ты, ученик. Пингует что-то. А, не, нормально все. Поэтому, смотри, вот ты поймал Синдру, нужно чуть-чуть довернуть тебя. Она должна к нам чуть-чуть больше морды смотреть, не хвостом. Наоборот, направо сделай ваш счет. Вот. Мы не будем отлетать, если ты будешь ровно держать. Да вы сами можете шаг влево сделать, гуси, блин. Мы не хотим. Пусть держит ровно. Чё ты от рукожопа хочешь? Фаза 10 секунд. Навешали дот. Такая зеленая хуйня, за ней полетела. Пошли метки. Ну-ка, Ваниш, нажми. Не успел. Он на ХД. Виз. По центре. Я на стаке снимаю. Я на выезд говорил, не работает, это другая механика. Не левую стопнули. Стопа левой. А, правой подбейте. Исчезновение. Да, я слева понял. Третья падает. Пошла ловить. Справа падает. Целью падает. Почти. Разбили. Сука, спарировал нахуй. Как она заебала. Там и глыбы парировать умеют. Отлетел череп. Вовремя. Рога. Стойте, хвоста, не теряйте ДПС. Если череду даю в начале, меня не отбрасывает. Ну, у меня немножко с этим скошен. Тайминг. Ты
стаков могу нам дать, да? Будем давать Геру, не? Тогда, да, много после. После. Или оставим на третью? Вешайте доты. Сейчас посмотрим. Да что будем давать правда? Геру. Самое профитное давать Геру, как она сядет. Мне кажется, профитнее как раз, когда на третьей фазе сразу для бурстана. Забежали быстро, блядь. Ардрулф ловишь. Слева падает. Вторая была. Третья идет. Стоп, по глыбам. Пошла ловить. Забежали за глыбы. Разбили. Геро. ДК, будем меня после каждого склепа. Только скинула, сразу бежишь менять меня. Сука, 6 стаков. Притяжка сейчас. А не будет. Сейчас будет склеп. Метка. Метка, орхидея. Отходим на вторую ступеньку. Разбили сразу. И боссами. И скидывай. Шансон. Притяжка. Отошлись. Орхидея. Отошли. Дубовую кожу. Милики, осторожно. Ну, коту повезло, а? Скидывайте, стак. Менять? Прохил ганка. Конечно. Давно надо было поменять уже. Мосса. Мосса. Звездочку. Назад. Лёва. Разбили быстро две глыбы. Быстрее вторую. Быстро. Звезду. Я стою, отойдите. Отошли все. Иди. Уходи. Как только я грот забрал, уходи. Не делайте второй глыбы больше никогда. Хильте меня. Сакру отдал. Когда в сторону, я скажу, продолжаем потом. Скинул стаки, иди меняй. Вебинар. Меня тогда хильте. Хильте лимона. Поверхил я там. Сказал. Шансунг на хп. Как на? Шансунг на хп. Кричу. Бэр. Орхидея поднимает мастерола. Отошли от звездочки. Поднимаю мастерола. Захил его сразу. Разбили метку. Вставай, захил. Прием. Побежишь менять даже каску. Захил его. Прижимайся. Не скинул я. Орхидея поставь. Чё, ДК выжил? Садить. Разбили. Бьем пока. Я скажу все, не очкуйте. Поставил лов. Поставил. Кидывай. Осторожно, вторую не заморозь, кот, отойди немножко. Только не хватит. Да, ну тогда ешь. Разбили обе. Быстро все на метки переключились, весь рейд. Вторую бью. Мастерол звезду. Отошли оттуда. Вторую разбил. Меняй. Сука! Бьем глыбу бьем, это самое, сакры все отбьют. Хильте, сейчас добьете. Добейте метку. Босса поднимай войда. Метку в звезду, и разобьете сразу. Хильте, ложданцы, кухи. Босса поднял. Готовься, меня захили. Захили меня. Метку все бьем. Время есть еще. И 140 секунд. Теперь
все глыбы в сторону, добиваем босса. Дигдымыч в сторону, станешь соло. Одну цель хит. Все, добиваем, один лям остался. Прохил танка, танка прыгал. Таунт нажимаю. Сейчас, блять. Ничего, я же отъебал, блять. Сука. Вот ошибки, вот эти вот вторые глыбы, они их не должно быть. Второй глыбы. Раскройте свои глаза, блять. Нужно подальше объявить. Только стой. Что, все? Давай еще трое. Я не знаю, я если буду молчать, вы обосретесь, блядь, мне кажется. Либо лимон говори и говорите четко, блядь, мастеролом. Либо я не знаю. Если мы обосремся, я просто разочарую вас. Сейчас мы. Давай нахуй дадим на бурс нахуй герою, а не на вторую. Это зануда все. Нет, делай как хочешь. На второй фазе просто играйте так. Болям остается. Глыбу в сторону добиваем. Если больше двух лямов, ты ее не забурстишь. У тебя три человека в метке пойдут, ДДшника, и все, и вайпитесь. Потому что люди стакать начнут, их не захилят. Не имею имя бурста, а бурст на трех лямах где-то. Три, четыре. Нет, четыре нет. На трех, если ты с хвостом. Ну я не знаю, может не хватить. Тут еще хрень стала, блять. Как раз притяжка нахуй в мою глыбу ебала, блядь. Тем более сейчас не ясно, как таймеры будут. Как раз тогда и умерли двое, блядь. Так, еще бары все на каденах. Да не знаю, я бы отдыхать пошел. Пускай остается Синдра с лечом. Там на КД кто-то пойдет. Я пойду. Давайте еще один трай, короче. Не тупим. Еще, Алиса, давай я тебя научу кое-чему. Открываешь книжку заклинаний, находишь удар смерти. Так. Поставь на кнопку так. Удобную, чтобы нажимать его, когда захочешь. Это который хилит? Удар смерти, все правильно. А, у меня... У тебя она должна быть главной, нахуй. Ты постоянно должна сливать руны на нее именно, блядь. Вот смотри. Mm-hmm. Удар смерти. Когда на боссе и чувак... Вместо кровавого удара им бы поставить... Хотя мне удобно жать на ту кнопку, на которой стоит. А я тебе так... скажу, подожди. Кровавый удар... Руны крови должны быть в КД каждые 10 секунд, потому что у тебя 5% снижения всего урона есть. Если висит две болезни, чума и озноб на боссе, то ты резаешь сколько? 15% хп. Много. За каждую болезнь по 7.5%. Удар расходует и ледяную, и нечестивость одну. Так что имей в виду. И когда ты его нажимаешь, благодаря таланту... Я знаю, что он хилит. Нет. Так у тебя. Ты не знаешь, сейчас смотри еще раз. Вот эту хуйню читай. Превращает в руны смерти. Две руны превращаются в руны смерти. Соответственно, это ЛПшка. Ля, так действительно кровавый удар или нет? Тебе кровавый удар нахуй вообще не нужен. В смысле, идее. Не нужен, его надо жать. Того, заебали год трейд, блять. Для того, чтобы фул ребафа раздали. Превращалась в этот, вешалась клинковая ограда, она должна по КД быть. Лапу пристабав. Лапку. И в КД должна все вешать. Рыба есть поставить? Была рыбы уже. По-любому не хватило. На, еще одну. Жрем рыбу. Кровавый удар у тебя не один должен быть, а дохуя. У тебя еще символ намор, что ли, стоит? Болезни, которые обновляют. Да. Ну и намор юзы. Ну юзы, чтобы в КД был. Урон крови. Кровавый. А где у тебя удар смерти вообще, блять? На 9-м месяце, ага.
Все, готово. Режем войд броню. Если начнешь им хилиться, тебя не уронят никогда. Все, пляем. Да ебаный раз. Эрдруздых. Эвейдим, эвейдим, эвейдим нахуй. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсмодиал. Как Эрдру, блядь? Что, не мог прохилиться, что ли? Там оно, смотри, оно чуть-чуть продамажило, цепь через него не пошла. И следующим ударом его шот. Срез, Эйма, срез, давай. У меня КТ на... Ну, точнее, дебаф висит. Орхидея. Орхидея, снимай диван. Не, ну, блядь, еще до фазы. Подождите, у совы только что там паника была. Там срез, урез только троих. Сова сейчас думала, что у нее клава села. Все, я не пойду ночью. Все, отваливаешься, да? Как тряпка. Не знаю. Потом, в следующий раз. Ну, типа, можно как раз пробовать, потому что байеры, по-моему, откатились. А, добавь друида в этот, на допронос, я думаю, он захочет. Подожди, с такими днарями. Войд, уходишь только ты один, кто еще хочет траять, блядь? Кто еще хочет траять, у кого есть временно? Да не издевайся ты над людьми, не надо. Почему 500, когда за профа 300? Да еще 200. Да, отнимай 200 еще. Не, нормально, пускай будет. Рейд нормально прошел, резайте. Че, мы просто так здесь время тратимся, нет? Мы же договорились, что убиваем профа, даем 300. Убиваем, давай, лица, давай, пока нас... это не официально, отмять мимо и 200-ник, не нас, надо. У нас не убитые Лич и Синдра. Все остальные бусы. Ну. Лана убита. Вот вам и 200. Ну, договаривались-то на по-другому. Я не хочу в цифры вдаваться и каким-то жестким правилам требовать. Там, проф убит, а лич один остался, и мы 300 ЭП получили. Сидели 5 часов. Звучит как говно какое-то. Дал 500, получили 500, все. Нравится, отнимайте сами себе. Я не вижу... Ты знаешь, к чему это приведет. Я не вижу повода... за вот эти ИП сидеть и трястись. Не людям, которые не пошли сюда, не людям, которые здесь были сейчас. Эти ИП никому ничего не сделают. Отдал за то, что вы сидели в рейде и долго траили. Ну короче, РЧ на то, чтобы продолжать дальше, нахуй. Потом доберу одного. Да не надо насиловать людей, блин. Так кого я насиловал? Я спрашиваю просто. Я, блядь, добровольно. Нет, если не хочешь. Кто не хочет, нахуй, нажмите нет и все. Клизма не хочет. Элинара удержалась. Да и Дымич не хочет. Отдыхайте. Три. Я в любой, на любой допронос приду, это не проблема, как говорится. Продолжаем КД или не продолжаем? Если хотите, я могу продлить КД на себе, мне пофигу. Зачем вам продлевать КД? Вы продлите и не только себе. Будем синдры все. Будем. Вы продлите всем людям, а им нужно... Нет, только песок. Себя. Почему? Только себе точно? Да, только тот персонаж, который продлевает, а потом КД сбрасывается, те, кто в пати заходит, принимают КД опять. Я понял. А зачем тогда будет с нуля людям, которые могли бы с нуля пойти с вами идти потом? Но есть люди, которым нужен только лично. А, ну, зачем? В таком случае делайте. Если хотите так, то делайте. Кому-то нужно. Например, мне. Ну, смысл людям профа вот этот. Ну, смотри. И тратить 4 часа, если можно прийти и здесь 4 часа уже посидеть. Я не знаю, я говорю, себе продлевайте, а остальные, кто хочет, с нуля пойдут. Я себе не буду продлевать. Ну какая суть, короче, если мы будем постоянно с нуля ходить, мы так, блядь, будем ставить допронос, и никто на допроносы не будет. Мы так быстрее научимся проходить, без вайпов, а мы вайпались. Окей, никто не продлевает. Все хорошо, никто не продлевает, все. Не, ну тут, то есть, с двух сторон, то есть, людям надо еще...